Какова причина блудных помыслов и как с ними бороться? Причина? Несколько причин. В первую очередь, иссушить источник надо. Объявить пост. Это хороший рассказ есть у Николая Семеновича Лескова «Невинной пруденции». Советую прочитать. Как она на остров сразу, а он за ней прям гонялся. Она христианка. И она говорит, ты выполнишь, что надо? Да. А там такая пещера была вверху, лестницу подставили, он залез, он долго нет. Она вот дня три не давала есть. А когда спустила, теперь она сделала полок, кровать, там, перина. Ну, все тебе надо, пожалуйста. А тут плов варится. Избери, что он там залез руками прямо скорее поесть-то. А когда уже наелся, обернулся, ее нет, она уплыла. И он на служанке женился. И когда мать приехала, они уже двойняшек держат на руках. Невинной пруденции. Вот и все. После молитвы. Замори его. И все больше не будет. Источник-то перекрытый. Вот люди, которые в Освенциме было, похоти ни у одного не было. И в ГУЛАГе были, никакого мужеложества, ничего не было. Не было, он ноги не может таскать. А это понятно от чего? Это источник силы. Как Лев Толстой пишет, «Крестьев Рассонатова» у него это лучшее произведение по этому вопросу. Советую прочитать. Хотя и фильм есть, но фильм не все отображает. Один клапан открыт, и куда деть? Спорт и блуд, больше ничего нету.